На тему эстонской народной песни, эстонской народной мелодии. Речь о чем пойдет? Буквально вот, так сказать, считанные, можно сказать, часы тому назад вернулась наша музыкальная делегация оттуда, из Эстонии, и там прошли совершенно незабываемые встречи музыкальные и общения, и человеческие, и так далее. Стоит отметить, наверное, что с прибалтийскими музыкантами, особенно с эстонскими, поддерживаются одесситы, одесские музыканты поддерживают очень крепкие связи, и уже можно листать и листать назад, так сказать, вспоминать, я имею в виду афиши, да, и вспоминать те концерты, которые были у нас и у них, и вот состоялось, невзирая на войну, невзирая ни на что. Педагог, композитор, джазовый пианист Алексей Петухов, леди джаз Одесса Елена Шевченко. Я заканчиваю свой спич, вот, так сказать, который я присоединил к этой эстонской мелодии, тоже мне вело, потому что с Прибалтикой тоже много связано различных ассоциаций, и передаю вам слово. Я понимаю, что вот эти эмоции, впечатления от этой поездки, они вот, по-моему, живут до сих пор, да, и вы до сих пор еще дышите таллинским воздухом. Совершенно верно. Эмоции, можно сказать, даже зашкаливают, не позволю так сказать. И хочу действительно поделиться своими впечатлениями с одесситами, со всеми с теми, кто нас слушает, возможно, не только в Украине, и в Эстонии, и в других странах. Хочу сказать, что это совершенно уникальное событие, явление, в особенности это сегодня, когда идет война, когда все, с одной стороны, как бы ухудшается, все идет куда-то в непонятном, в разных направлениях. Вот, и тут получил приглашение от наш друга Одессы, нашего большого друга Мелиса Кубиса, который организовал приезд в Таллин. Вот, а предыстория такова, что одесситы помнят, в мае прошлого года к нам приезжали эстонские музыканты. Вот, и к ним присоединилась исполнительная арфия Алина Бжижинская из Великобритании, но она имеет украинские корни. И это был потрясающий. Совершенно верно. Вот. И это был очень классный концерт, свежая музыка, новая музыка, свежие эмоции, впечатления. И было очень приятно, что меня пригласили неожиданно принять участие, и я сыграл в концерте несколько тем. Вот. И мы потом общались с музыкантами, познакомились поближе. Вот. И так пришли мнение, что хотелось бы продолжить наше творческое общение, выступление. И вот узнаете, тут я могу провести прямую аналогию, как это произошло в свое время у нас с Мишей Евтушенко. Вот та же ситуация. Мы вначале, это было уже в Скадовске, неожиданно надо было срочно выйти и подыграть какому-то участнику, потому что там какая-то проблема возникла со стейдж-бендом. И так раз вышли, и вышел саксофонист, который, я отметил, очень интересный играет, которого я не знаю, я был удивлен. И мы так почувствовали друг друга. И после того, как сошли за сцену, мы только познакомились лично. Вообще, вы знаете, вот называют, да, говорит, вот великая паутина, да, сеть интернет. На самом деле, великая паутина – это джаз. Потому что все музыканты, они существуют, каждый в каком-то, может быть, своем мире, но только их соедини, рождается нечто. А вот нужны вот, вот эти вот контакты, когда происходит спонтанно, а вот эта паутина, она работает. Потому что вы-то живете вот в этом мире, в этом социуме, вот в этой музыкальной мысли. Мы живем и стараемся жить сегодня. Сегодня это несколько иная реальность. И, скажем, это может быть сложнее сегодня. Но, тем не менее, мы стараемся, мы пытаемся. И спасибо Мелису, что он немножечко нас вытянул из нашей рутины,
который все-таки несколько иная своя жизнь, скажем так, вот, и смог пригласить. И тут хочу отметить, что вот идея приехать в Эстонию, в Таллин, в принципе, предлагал уже ранее, но получается, что с декабря прошлого года я мобилизовался, и, конечно же, это поменяло полностью мою жизнь, и, конечно, на долгое время я мог забыть вообще о каких-либо концертах, выступлениях, а тем более выезда куда-то за границу. Это часть отпуска, и там пошли навстречу, сделали необходимое разрешение на выезд, и вот это все смогло осуществиться. И также я благодарен Мелису и эстонскому центру, который участвовал в этом всем. Я предложил поехать также Мише Евтушенко. Я говорю, это очень интересный музыкант. Почему? Я отдельно бы просто о Мише хочу говорить, потому что это тот музыкант, который европейского образования, европейской ментальности, живет в Украине. Он вернулся в свое время в Украину из Австрии и делает там очень большое дело. Образование, композитор, пишет для Big Band, создал Арчеркаса джаз-оркестра, проводит детский джазовый лагеря. То есть человек, как говорится, украинской самотужки, сам самостоятельно объединяет просто людей-единомышленников вокруг себя, делает огромное важное дело. Это уникальное явление, считаю. Вот я рассказал эстонцам за это, и они сказали, да, пожалуйста, тут все решилось, видите, как просто. Вот, и таким образом мы попали. И вот дальше можно рассказать о том, ну, это была какая-то фантастика, потому что программа была чрезвычайно насыщена. Телеэфиры, радиоэфиры, подкасты, это все было в неимоверном количестве на русском языке, на английском языке, общение, и мы могли рассказать немножечко, поделиться. В общем, главный месседж, что Украина сегодня, помимо того, что все видят из новостей, что это каждый день обстрелы, гибель людей, сражения и очень много противоречивых вещей, там коррупция, все что угодно. Но тем не менее, что есть положительные моменты в том, что культура пытается дальше существовать, развиваться, может быть, каким-то образом. И вот это хотелось показать, что какие-то светлые стороны нашей страны сегодня, Украины. Поэтому мы повезли, опять же, авторскую музыку, это современная можно назвать, а современная украинская авторская музыка. Народные украинские темы, то есть показать немножечко вот именно культуру Украины в этом плане. И поблагодарить эстонцев за их поддержку. Это огромная беспрецедентная поддержка. И она ощущается абсолютно во всем. Вечером выходишь на улицу и видишь, как красивый Таллин ночью подсвечен цветами украинского флага, желто-блакитным. Это просто трогает. Это же первый месяц войны, вот первые, так сказать, когда вот эти начались события, а ведь многие культурологические проекты, они должны были продолжать существовать, их бросать нельзя, потому что, ну, мы знаем, знаменитые, так сказать, высказывания Черчилля, еще в Украине. Многие, кстати, не только музыканты, они обратили свое внимание в Эстонию, на Таллин, и многие, в общем-то, говорили, презентовали то, что они будут в Таллине продолжать свои проекты, которые, ну, к сожалению, не могут существовать сегодня в Украине. Давайте мы, Елена, подключим к разговору. Я вот на что хотел бы обратить внимание. Это же на самом деле были не только та череда событий, о которых Алексей так, так сказать, упомянул, «Штрих Пунтера», но это было еще как бы событие в событии. Просто «Петухов Евтушенко» — это уже событие. Мы помним этот концерт вообще, который до сих пор на памяти. Вот. А Евтушенко, Петухов, еще и в Таллине, и вместе с этими музыкантами, конечно, это событие в событии, в событии. Ну, если немножко разрулить этот глубокий моток отношений, я хочу прежде всего отметить, что вот эта счастливая встреча Алексея Петухова и Миши Евтушенко дала действительно очень важный, ну и даже политический результат, потому что я когда увидела материал, естественно, в телефоне материал присутствия украинцев в Эстонии, я сразу написала, что это проявление джазовой дипломатии. То есть знание о том, что в Украине одна часть есть одесская, и получается черкасская, казалось бы, далекие города друг от друга, но взаимопонимание этих музыкантов совершенно потрясающе. Вообще событие настолько плотное, и вот этот вот, ну, тот режим военный, в котором мы живем, он уплотняет многое, наши взаимоотношения, нашу работу и так далее. И у вас тоже, вот помимо этой поездки, очень событийно насыщенная жизнь.
Помимо поездки, конечно, насыщенная, но она течет в несколько ином ракурсе, нежели я привык, к чему я шел всю жизнь. Конечно же, я с тех пор, как попал в армию, я отложил, мне пришлось отложить большую часть моей жизни, это педагогическая деятельность. Вот пока что, не скажу, что я порвал с нее, конечно же, и в этом аспекте джазовая академия – это моя отдушина. Это моя реализация именно как педагогическая, как педагога и все, что с ним связано. Вот, поэтому это можно, об этом можно поговорить как-нибудь в другой раз, и, в принципе, это менее интересно. И так, в принципе, все, кто меня знает, они знают, где я, и, в принципе, что мы выступаем в военном оркестре в нашей военной академии. И я работаю, я пишу аранжировки для нашего, пополнения нашего репертуара и так далее. Мы выступаем очень много в самых разных условиях. Также мы выезжаем в зоны, скажем так, не самые безопасные, вот, и так далее. Играем для раненых, для всех людей, кто еще больше, возможно, нежели мы в Одессе, нуждаются в поддержке психологической, моральной и эмоциональной. Вот. Но я бы хотел вернуться все-таки, если вы не против, к поездке в Таллин. Почему? Потому что это, ну, совершенно из ряда такое экстраординарное событие в моей жизни. Я считаю, что по своему статусу это, наверное, самое достойное, самое высокое событие, которого удостоился, казалось бы, совершенно других, в условиях к этому, которые ничего не привели бы. Знаете, даже сам момент выезда за границу впервые за 2.5 года, это уже экстраординарно. Это такие эмоции, ощущения, которые забываешь, и ты думаешь, это вообще было, был как сон. Когда впервые мы подъезжаем к Кишиневскому аэропорту, видели взлетающий гражданский самолет. Я смотрел на него, я забыл, как это выглядит и так далее. Когда мы видим, люди с разных проходят аэропорт, работает, это, знаете, совершенно забытое ощущение. Возможно, одесситы, которые могут выезжать и выезжают периодически, как бы не так ощущают, но для меня это было такое очень забытое и довольно сильное ощущение. Вот. И все вот это постепенно переход к мирной жизни, приезд в Таллин, совершенно красивый, потрясающий город, инфраструктура там суперсовременная, классно все приспособлено, как будто... Я много раз бывал в Таллине, но в этот раз у меня потряс еще больше. Он продолжает развиваться, город продолжает становиться более красивым, и это так отрадно. Эстонцы большие молодцы. Вот, и одно из моих наисильнейших впечатлений, это, конечно, приглашение в парламент Эстонии выступить. У них мы могли сказать там речь, наше приветственное слово. И это был концерт в стенах парламента. Специально для этого накануне туда вызвали, там стоит рояль, туда вызвали реставратора, потому что на этом рояле никто никогда не играл, оказывается. Мы были с мышей первыми, кто дали концерт в стенах эстонского парламента. Так что это смело можно назвать историческим событием. Вот. Ну и, конечно, ответственность громадная, потому что мы как бы представляем не просто себя индивидуально, а все-таки так или иначе мы представляем Одессу, я представляю Одессу и как бы украинскую культуру. Вот. И хотелось очень много чего донести. И вот у нас был такой очень теплый прием, парламентарии нас пришли, слушали, очень сильно, очень поддерживали, мы потом общались, опять же, интервью, разные задавали, именно с участием, пытаясь узнать, как мы живем, как вот мы, для них, вот я скажу так, вот ряд вопросов, как бы показательные, то, что, например, ну, в качестве меня, я смог приехать, взяв отпуск из армии. То есть просто так я бы не смог приехать. В тот момент, что мы выступаем под бомбежками, под обстрелами, и очень зачастую концерты происходят в подвальных помещениях. Вы понимаете, для эстонцев это, для любой нормальной страны, это не скажу дикость, но это совсем что-то экстраординарное. Вот как мы живем, как у нас происходит все во время отключения света и так далее. Эти вопросы как бы мы рассказываем от себя, из своего личного, приводя некоторые примеры из жизни. Одной важной деталью, что бы я хотел отдельно отметить в пребывании нашего в парламенте, я привез небольшой сувенир от нашей военной академии, представляя наш оркестр. И вот эта памятная табличка я вручил именно в здании парламента. Вот. И я надеюсь, что
Наш военный оркестр также будет контактировать с эстонскими оркестрами, может быть, и может быть когда-нибудь даже у нас будет такой же творческий обмен. Фестиваль оркестров вполне. Ну, если помнит Белую Акацию, когда приезжали оркестры, к нам дефилировали, это было. Да, это вернется. И я очень рад буду рассказать, что мы продолжаем свою деятельность, и что у нас есть наша джазовая академия с Еленой из Шевченко, и у нас есть много чего, что мы стараемся делать, и делаем, конечно же, во многом вопреки всему. Вот поэтому для меня... опять же, проект академии возник во время войны. Вот же что важно. И мы продолжаем дело Николая Ильича Голощапова, человека, который сделал очень много для Одессы, для образования джазовой, для нас и для меня лично, в частности, также. То есть вот правильно тогда сказала Лена о том, что да, важно творчество, но важно еще культурная дипломатия тоже сформировалась. Эстонцы смотрят, наблюдают за нами, и, конечно, они во многом и поддерживают горячо, и восхищаются всем тем, что мы делаем как раз здесь, вопреки всем возможным условиям. Вот. И, конечно же, наше утро, каждое утро начинается с 9 часов минуты молчания, и каждый день мы получаем ужасные новости, трагические новости, но стараемся продолжать свое дело, чтобы просто поддержать и как бы и свой дух, моральный дух. Это очень важная работа, поддержать именно тех людей, которые нас сегодня окружают, поддержать психологически, морально, эмоционально. И наши дети, в которых мы должны продолжать вкладывать, чтобы они видели что-то хорошее, чтобы все-таки у нас, наша молодежь, если мы будем вкладываться в наших детей, что мы тогда отрываем завтра, что мы не завтра. Вот, поэтому вот эти, у нас было много интервью и затрагивались разные аспекты, где-то более подробно, где-то более тезисно. Но, в общем, хотелось рассказать вот этих тезисно во всех тех моментах, которые мы сегодня живем. Я очень рад. И, конечно же, это огромная честь и большое счастье, что эстонская сторона в лице Мейрис Кубиса почему-то увидела нас и сделала все возможное, чтобы пригласить нас неофициально, то есть это инициатива, я хочу подчеркнуть, инициатива эстонской стороны, и прием был, конечно, на самом высоком уровне, самом достойном. И два слова о концерте. Хочу сказать, что это происходило в старом Таллине, в старом городе, в доме черноголовых, так называемом. Очень интересная история этого дома. Это старинное помещение, очень красивое. И там стоит рояль Stanway, рояль, наверное, один из лучших, каким я только-либо прикасался в этой жизни. То есть я еще, помимо всего, испытывал удовольствие от игры на инструментах. И наш концерт с ребятами, у нас было две репетиции, мы скомпоновали программу, это была наша авторская музыка, несколько моих произведений, несколько Мишиных, и пару украинских тем. Я начинал свой концерт с темы «Чернобрывцы», mm-hmm. с импровизацией на эту тему. И мы закончили эстонской мелодией, известной, популярной, как эстонская, это культовая мелодия, что было очень классно. И приятно, что на концерте присутствовал посол Украины в Эстонии. И мы потом очень приятно пообщались, и подходили люди, украинцы, которые работают там, там два украинских культурных центра, оказывается, существует в Эстонии. И просто люди подходили, благодарили всячески. Этот концерт был эмоциональным, очень ярким и очень важным. И запоминающимся. Да, и действительно, люди подходили. Для них это было большое событие. И отдельно я бы еще упомянул посещение фабрики рояля Эстония. Вот ту Эстонию, которую мы все прекрасно помним, да, со своей молодости. И что Эстония представляет сегодня? Можете себе представить такое достаточно большое здание, но тем не менее, здание в районе, в таком завтрашнем закуточку Таллина, назовем, с выходом, с одной стороны, на парк, очень тихое место. И нас встретил сам владелец этой компании, доктор Индре Клау, который нам провел экскурсию. Опять же, это спасибо Мелису Кубису, который нам организовал эту встречу, и все, вот, знаете, Мелис что-то берет в телефон, звонит, звонок, и все моментально все получается. Двигается, крутится. Потрясающее качество. Я скажу, что это незабываемое впечатление. То есть я увидел другую совершенно Эстонию. И я увидел, как происходит процесс сборки,
Это ручная работа, это крафтовая ручная работа. На сегодняшний день я смело могу утверждать, что вот те эстонии, которые собираются, это примерно как швейцарские часы, наверное, если можно как-то сравнить. Или как же те же Steinway ручной работы. То есть это не только бренд, который дорого стоит, потому что это во многом бренд. А это действительно качественные инструменты. И есть видео небольшое в группе на Фейсбуке. У фабрики Эстония есть своя группа. И нас пригласили в комнату, где стоит, знаете, как шоурум. Несколько роялей, и мы смогли поиграть на нем. Но это просто что-то невообразимое ощущение. В комнате акустика, где максимально предназначена для того, чтобы все услышать детально. Вот, и я сыграл там фрагмент своей темы, мы с Мишей сыграли мелодию Скорика, и эти фрагменты были опубликованы на странице в Фейсбуке, так что, кому будет интересно, заходите, посмотрите сами. Вот, и отдельно такой момент для себя увидел, что стоят рояли для настройки в специальных комнатах, специальной акустикой. И так, чтобы никакие внешние звуки не мешали, все по высшему разряду, все так, как там должно быть. Совершенно приятные люди. Нас потом угостили ланчем, обедом. Вот знаете, как сразу все по-домашнему, по-семейному получилось. Я, конечно же, очень надеюсь, что вот эти новые рояли придут в Одессу, в Украину, потому что это достойные инструменты, которые стоят не так, как Steinway, но это прекрасные инструменты. И уже затронута эта тема музыкальной академии, консерватории, по-нашему, да? Или... Это совершенно потрясающе. Я ходил, снимал видео, снимал фотографии, потому что, ну, просто потрясающее впечатление. Во-первых, концертный зал, как он выглядит, просто фантастически. В здании Академии грузовой пассажирские лифты для перевозки тяжелых студентов и каких-нибудь там какого-нибудь усиления. А мы студенты носили. Сейчас продолжают носить, так что у нас ничего не менялось. Класс, я специально проходил, с камеры заснял, что там везде звукоизолирующие, использованы материалы, и так оно дизайнно все выстроено. И совершенно белый, с хорошим освещением, тишина, опять же. И рояли Эстонии, которые не те рояли Эстонии, которые у нас еще где-то хранятся, вот, а совершенно иные рояли. Хотя нам нужно сделать такой вывод, да, для некоторых людей, что помните, да, что Эстония — это не только прекрасная страна, это еще и прекрасный рояль. Да. Так что вот это все можно добавить к тем впечатлениям об Эстонии, которые три чрезвычайно насыщенных дня. И мне просто хочется поделиться со всеми, что эта страна небольшая, но которая очень много делает для Украины. Они много делают, я знаю это уже наверняка, и они не говорят об этом. Они не говорят, что вот мы там кто-то, они просто делают. И наша поддержка даже нас лично ощущается в теплоте приема, в теплоте общения. Люди, которые совершенно разные люди подходят, после концерта общаются, как нас встречают. Это совершенно, знаете, когда идешь по улице, видишь, что люди спокойны, они дружелюбные, они хорошо настроены. Хотя Эстония, как любой другой страны, есть определенные свои внутренние проблемы. В офисе есть свой, очень уютно все. Такое ощущение, что все очень тщательно проработали дизайнеры, сделаны, чтобы чувствовался максимально комфортно и максимально удобно. Обязательно везде присутствует запах, аромат кофе. И кофе у нас угощали там, везде. И это, знаете, такой момент тоже располагающий очень. Комфортно. Вот, и погода, кстати, но эти солнце тоже удивлялись, мы приехали, было солнечно, довольно тепло. Вы, наверное, привезли из Одессы нам теплую погоду. Да, конечно. После победы одна из первых поездок, наверное. Едем. Я готова. Вот, так что да, спасибо большое эстонцам, спасибо Мелису Кубису, спасибо всем, кто поддерживает нас, поддерживает Украину и украинскую культуру. И это, знаете, дает немножечко вот стимул, всплеск такой эмоциональный продолжать. Да, не забывать, мы работаем здесь над тем, что нам нужно делать в первую очередь. И у нас все те проблемы, которые сейчас очень актуальны. Но не забывать и стараться больше работать над тем, чем мы занимались всю жизнь свою. И для кого. И для кого. Вот так. У нас по нашему формату еще буквально минуты 3-4 есть до окончания, поэтому я озвучиваю из МОКа, озвучиваю банальный вопрос по поводу творческих планов. Вот. Что нас ждет в ближайшее время и на что мы можем рассчитывать и с нетерпением ожидать? Ну, наша джазовая академия продолжает свою работу, продолжает свой цикл своих концертов, лекций, мастер-классов. Следите за анонсами.
В октябре пройдет как минимум два мероприятия, пока не будем оглашать, но следите за... подписывайтесь на нашу страничку на Фейсбуке «Джазовая академия», «Джазклуб ВК», вот очень калача было. И следите. Вот также вот у меня сейчас на этой неделе намечается несколько концертов. Буквально в пятницу приезжают киевские музыканты, и у нас будет проект «Джазового квитета», музыка Франка Синатры, вот скажем так, такой интересный проект. Очень необычный. И в субботу у меня будет концерт, сольный концерт в Умани. Умань Арт Хаус, пожалуйста, приходите, кто живет в Умани, у кого есть там знакомый, пожалуйста. Ну, помимо названия недели, еще дата, пятница 27-е и да, суббота 28 сентября. 29-го воскресенья я буду в Кривом Роге или попрощаюсь к оркестру Черкасы Джаз Оркестра. Мы с Мишей снова увидимся. Также приезжает наш известный трубач Денис Анду и наша Настя Павлишина. Вот такой у нас будет там состав выступления в Кривом Роге в воскресенье. Но оттуда я еду в Житомир. Почему стоит доехать до Кривого Рога? Чем уже хочется, да. Да, да. И в понедельник у меня концерт, сольный концерт в Житомирской филармонии. Это уже 10-е число? Нет, уже 10-е, да. И потом возвращаюсь и выхожу на работу. Ну и стартует октябрь, который тоже принесет немало событий. Музыкальных. Музыкальных, да. Да, с удовольствием. Джаз подвижный, джаз живой, и даже информация о джазе тоже людей вдохновляет. Я имею в виду слушателей, которые приходят в гостиную Всемирного клуба одесситов и переживают вот этот день сегодняшний, сложный, но он украшен такой индивидуальностью, я имею в виду джазовую импровизацию, что здесь и сейчас нужно быть, чтобы наполнить сердце. И спокойствием, и гордостью за то, что в Одессе это есть. Самое главное, действительно, вот музыка джаз в особенности, она всегда существовала и потому что, и вопреки. И вопреки, да. И дай Бог, чтобы это так было впредь. Спасибо вам огромное. До встречи. Будем следить за вашими творческими событиями. И в этом формате, я надеюсь, мы, так сказать, дали сегодня такой старт на свое общение. Я надеюсь, вот это наша импровизированная студия, особенно в клубе «Одесситов», еще не раз у нас покажем поводы для того, чтобы встретиться и об этом подробно рассказать. Спасибо.